Для приготовления солянки нам понадобится 1 огурец, 2 помидора, 300 грамм копченой колбасы, 1 головка репчатого лука, 2 моркови, 1 лимон, 3 лавровых листа, пучок зелени петрушки, 1 чайная ложка приправы хмели-сунели, 1 чайная ложка приправы молотая паприка, 1 головка чеснока, 1 банка маслин, 800 грамм куриного филе, 3 штуки картофеля, 300 грамм замороженных шампиньонов, 2 столовых ложки растительного масла, 1 столовая ложка томатной пасты, соль по вкусу. Нарезаем кубиками картофель. Доводим до кипения 5 литров воды или бульона. Нарезанный картофель кладем в кипящую воду. Добавляем в воду нарезанные шампиньоны. Режем кубиками репчатый лук. Наливаем в сковороду растительное масло. Добавляем репчатый лук. И обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Морковь режем соломкой. Нарезанную морковь добавляем к луку для обжарки. Колбасу нарезаем кубиками.
Добавляем к луку и к моркови для обжарки. Все перемешиваем. Добавляем столовую ложку томатной пасты и тщательно все перемешиваем. Огурец нарезаем кубиками. Очищаем одну головку чеснока и мелко нарезаем. Маслины режем маленькими колечками.
Помидоры заливаем кипятком на 2 минуты. Сливаем воду и очищаем помидоры от кожицы. Нарезаем помидоры кубиками. Половинку лимона очищаем от кожуры, семян и нарезаем маленькими кубиками. Мелко режем петрушку. Куриное филе нарезаем кубиками. Готовым картофелю и грибам добавляем куриное филе, обжаренный лук, морковь, колбасу, огурец, петрушку, маслины, чеснок, лимон, помидоры, приправу хмели-сунели, приправу молотая паприка и соль по вкусу.
лавровый лист 3 штуки, все тщательно перемешиваем, доводим до кипения и варим, пока огурцы не станут мягкими. Порционно в каждую тарелку добавляем половинку ломтика лимона, майонез или сметану по вкусу. Приятного аппетита!